К Богу мы пришли с мужем 7 лет назад, и это был мой приход. Он был связан с тем, что за несколько лет до церкви у меня в жизни были очень тяжелые обстоятельства, в которые, в принципе, я своими шагами и пришла. То есть было достаточно непростое детство, если начать сначала. Мы жили с мамой, как бы, ну, у нас была неполная семья, рано пришлось выйти на работу мне. То есть, ну, не было хороших взаимоотношений с мамой. Ну, как-то вот не сложилось у нас каких-то дружеских отношений. Mm-hmm. Вот, но я всегда как бы понимала, что я хочу в жизни, да, чего я хочу, какую я хочу семью, детей. Ну, вот однажды я встретила своего мужа. Это было тоже, вот на тот момент еще не верующая я была, но это было Божье такое провидение, потому что я помню тот день, как мы встретились. Скажем, случайности не случайны. Вот, ну, мы зажили обычной семьей. Вроде как бы все хорошо, у нас родился первый ребенок, он достаточно талантливый ребенок оказался. И как-то все вот постепенно-постепенно. Затем, когда я вышла на работу, я попала в такой коллектив, немножко такой, знаете, где одни женщины, такие сильные женщины. И я стала меняться, но в худшую сторону. То есть стала такая женщина злая, такая... Властная. Властная, да, и я на самом деле стала как бы копировать, ну, наверное, вот этих женщин тем, что у них не было в приоритете каких-то семейных ценностей, да, то есть они всегда там возглавляли над мужчинами, то есть я стала становиться такой. И это привело к тому, что я в семье начала вести себя, ну, неподобающим образом, то есть я стала, не стояла не на месте жены, как бы, да, как это должно быть. И это постепенно начало разрушать наш брак, плюс там были... То есть у нас не было каких-то теплых взаимоотношений с мужем, потому что даже по разговорам моих близких людей сейчас, которые вспоминают мне, какая я была раньше, они говорят, что действительно ты вообще была каким-то другим человеком, очень агрессивная, злая, такая только думающая о каких-то деньгах. То есть, ну, я пыталась там работать как бы много. То есть, ну, какая-то вот жизнь такая, знаете, неправильная, скажем так. Ну, опять же, как бы, да, если мы долго идем к чему-то плохому, то есть мы там углубляемся, то есть и у нас вот тем летом, в 2012 году, как раз уже было состояние почти на грани развода, вот, потому что мы не понимали друг друга, вот, ну, у нас было все очень плохо. И однажды, как бы, вот, ну, все-таки, слава Богу, опять же, что мы не развелись все-таки, да, то есть мы приняли решение как-то что-то попробовать поменять, и наши друзья, они нас пригласили вот в церковь, вот, они нас пригласили в церковь, и мы начали просто, мой муж даже туда сказал, пойдем, и начали мы ходить постепенно, я ничего не понимала, что здесь происходит, здесь как-то все по-другому, да, то есть прославления там, какие-то проповеди, но что-то стало как-то потихоньку внутри меняться. Вот, значит, и я просто как бы так вкратце скажу, да, то есть за вот эти годы, то есть Бог произвел массу чудес, и это было, опять же, все постепенно, это сейчас я уже могу анализировать, то есть Он дал, во-первых, нам сохранить нашу семью, мы начали как бы по-другому как бы строить наши отношения, потом я очень долго хотела второго ребенка, вот, но не могла, и тут как бы обнаруживаем, что я беременна, то есть я вообще этого не ожидала, у нас родилась чудесная дочка. Вот сейчас ей уже скоро будет 7 лет, и на самом деле наши дети – это вообще благословение. Они очень талантливые, и на самом деле, чем ты больше времени уделяешь Богу, тем Он тебе дает возможности, то есть они везде. Вот, и очень улучшились взаимоотношения у нас в семье. Даже сын говорит, что, ну, дочь, она не знала наших взаимоотношений до, а сын мне как-то недавно признался, что, мама, ты вообще другая стала. Конечно, говорит, есть тебе еще в чем улучшаться, но... Ты, говорит, все равно стала намного лучше, чем была раньше. Вот. И мы прошли семейное служение определенное, да, то есть мы там многому научились. Понятно, что еще нет предела совершенства, но тем не менее. Поэтому, на самом деле, наши желания, которые вот из сердца идут, Он всегда как бы на них отвечает. Поэтому вот наша жизнь, она такая. Я надеюсь, что она еще будет улучшаться и улучшаться.